Так, ну вот мы бодры, веселы. И пошли, решили прогуляться. Все слева у нас. Это вот. Всем доброе утро. Привет. Второй день в горах. Сегодня у нас 7 августа. Или 6 еще. 7 верно. У нас вчера ночка долго наступала. Пришли в лагерь. В час, да? Где-то, да. Ближе к часу. И посидели еще у импровизированного костра. Инструкторского стола до 2:30 почти. Вот сейчас никуда не торопимся. Отдыхаем. Время 9 утра. При этом, если что-то еще там разъяснят, шансы есть, конечно. Но пока отдыхаем. Вот. Ну, молотили, конечно, километров очень много. Ну, в общем, вот так. Такой вот у нас будет. То есть никакой. Потому что пришли, некогда было заниматься всяким порядком. Раскидали все по бокам и улеглись. Посмотрим, что там на улице. Сегодня подзатянуто. Вчера была видимость. Сегодня видимости вообще нет. Позавтракали, кофейка напились, кофейный со сливками, феро. Кофейное феро, Тимохин сленг, ходили, попытались связь поискать, здесь плохо ловит, в районе Светлого, надо подниматься повыше, туда, к перевалу, вернее, к видовке, тому месту, вот. Сейчас, наверное, переобуемся, да пойдем. Покажу немножко быта лагеря. Так, вот так выглядит лагерь. Тут вот разными компаниями люди живут на такой территории. Сейчас больше половины на восхождение. Привет. Выспалась? Так вот, палатки. Каких только типов и размеров тут не найдешь. Все возможные варианты. Оборудованы такие площадки для отдыха. Ну и это основное место сбора всех инструкторов. Улыбаются, все улыбаются. Это известные красноярские альпинисты, организаторы сборов Красноярской федерации альпинизма. Там, чтобы костер не попал в кадр. Костер сейчас вот так выглядит. Красноярский костер тоже известный очень. Мы устали сидеть 12 дня. Мы вышли из палаток, из лагеря,
и пошли, решили прогуляться. Сходим в сторону Золотарного. Может, заглянем на видовку-то. Там вон что-то крутит. Какая-то облачность. Чтобы поярче краски были, рекомендую носить желтые очки. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Когда серое небо, такое хмуренькое, и четче видно все, и глаза защищены все равно от веток, от кустов, от мошек, мух. Да, погодка обещает быть. Непонятно. Лодка вот резиновая. Там лагерь, вольный город. Там в кустах сап-серф лежит. Вот мы решили набрать водицы немножко. Это классическая картина. Озеро Светлого. На птицу 2221 метр и звездный 2265 метров над уровнем моря, высшая точка района. Поднимаемся на видовку. Ну что, Тимох, как настроение? Да шикарно. Идем мы на видовочку, значит. Ветер тут подувает. Ну свежо, блин. Хорошо, давно так не было. Вот. И думаем, что дальше нам делать. Думали, сейчас, может, до Золотарного сбегаем, до Пикантного. Что-то ограничились пока видовкой. А дальше будет видно. Как-то так. Это вот видовка. Далее динозавр торчит. На заднем плане парус. И вот на переднем плане вот этот вот пупырчик лесной. Это называется пик Омега. Озеро Золотарное, долина озера Золотарного, и вон там этот грозовой фронт, все крутящийся. Вот такая вот у нас погодка, рельеф, природа и настроение. Сомневались сегодня долго, выходить, не выходить, вставать, не вставать. Ну, хорошо, приняли правильное решение, сейчас расходимся немножко после вчерашнего спринта. И к завтрашнему дню будем уже в отличной форме. А вчера нон-стоп был какой-то.
Ну вот, мы добираемся до вершины Видовки. Вот так она выглядит. Так выглядят звезды. Здравствуйте. Дошли до Видовочки и решили спуститься еще вниз. Да, там скалки называются слоники. Они очень похожи на идущих слонов. Особенно если с плеча птицы смотреть. Очень хорошо. Запланировали сегодня в 2:00 идти вперед и в 2:00 развернуться обратно. Сейчас у нас час 25. Вот мы спустились, скала Палец сейчас слева у нас. И слоники. Хотя, по-моему, Палец тоже выглядит как маленький слоник, если смотреть на него со светлого. Мы перекусили под скалками. Классные останцы такие, гранита, гранит синий, рельеф хороший. Там гранцы обнаружили. Сейчас пойдем обратно в лагерь. Сеанс связи у нас. С Видовки немножко спускаешься вниз, и вот здесь начинается связь. Но оператор только Теле2. Больше ничего не ловит. Без разницы, как ты идешь. Ехать домой. Ha ha ha.